Здравствуйте, меня зовут Илков Сергей Валерьевич, я занимаюсь продажами квартир в Рязани, новостройки, вторичное жилье, если нужно, обращайтесь, телефон внизу. В данный момент нахожусь на интересном объекте, вошла в продажу однокомнатная квартира с ремонтом, Рязань, микрорайон Семчино, улица Княжье Поле, дом 8, кирпичный дом с индивидуальным отоплением. Небольшая экскурсия по квартире, ну и буду ходить вам про нее рассказывать. Смотрим. Так, ну начинаем нашу экскурсию по квартире. Вот я сейчас вышел в коридор, и мы с вами, соответственно, заходим. То есть встречает нас входная металлическая дверь. Вот такая вот, с замочками. Смотрите. Так, ну и проходим с вами в квартиру. Так, застройщик группы компании «Единство». Это жилой комплекс «Видный». Очень люблю квартиры этой строительной компании, потому что всегда практически, ну, во многих квартирах встречается в планировках вот такой вот она, кладовка, гардеробная. Сюда становится, прям напрашивается шкаф-купе. Вот при входе ставятся здесь, да, раздвижные двери, и тут получается большая-большая гардеробная. То есть вопрос с гардеробной, со шкафом-купе, который обычно, если нет вот такого варианты размещаются непосредственно в комнате, тут решен. Все ваши вещи глобальные, они хранятся вот здесь. Очень-очень удобно. Жилая комната остается просто жилой комнатой. Для хранения вещей отдельное помещение. Ну, конечно, здесь какой-нибудь комодик можно поставить там. Но, в принципе, все глобальные такие вот хранилища находятся здесь. Вот она с вами, входная дверь. Вот такой вот коридор просто вам покажу. Вот так вот. Пройдемте с вами в комнату. Ну, за счет того, что у нас здесь, скажем, шкаф-купе поместился, где-то 13,6 метров квадратных комната, она вполне устраивает. Вид из окна на детскую площадку. Здесь расположена парковочная зона. Так что, в принципе, если у вас есть ребенок, вот прям, если без вас, грубо там, крикнули домой, и все. То есть, в принципе, все тут смотрится. Вот еще раз покажу вам комнату. На мой взгляд, красота. Идемте с вами смотреть другие помещения квартиры. Так, опять же, начинаем с коридора. Санузел в этой квартире совместный. Все готово, пожалуйста. Все чисто, аккуратно. Плитка, натяжной потолок. Вот смотрите, какая красота. Подводка, пожалуйста. Это вот, не знаю, сюда напрашивается вот стиральная машина. В принципе, розетка тут есть. Ну, вот такая красота. Санузел вполне, пожалуйста. Цвета такие выбраны нейтральные. То есть на многие вкус подойдет. Чисто, аккуратно. Что еще нужно? Так, ну и теперь идем на кухню. Кухня около 11 квадратных метров. Все, в принципе, готово. Гарнитурчик. Ну, духовой шкаф уж сами себе купите. Какой вам нужен. Дело вкуса. Квартира с индивидуальным отоплением. То есть котел спрятан. Плюс еще остаются у вас полочки для хранения. Вот так вот. Перед вами с кухни, соответственно, дверь на лоджию. И сейчас мы ее с вами посмотрим. Ну, лоджия достаточно глубокая. Здесь им есть место. Соответственно, дом кирпичный, да, вот. Толщина стены. Ясно, для некоторых важно. Так, это у нас детская площадка с вами. Если посмотреть вот сюда, рядом дома, тут парковая зона, парк. Ну, сейчас как бы погода такая, когда будет все зелено, можете сюда гулять, отдыхать. Как я, в принципе, и делаю, потому что я здесь недалеко сам проживаю. Ну, и тут куча магазинов, от парикмахерских там, до пятерочек.
Как бы вот такой вот. В принципе, показал вам всю квартиру. Сейчас выйду на улицу, покажу вам, что из себя представляет дом. А так по квартире я вам все показал. На мой взгляд, интересное. Опять же, преимущество — это то, что купили и заехали. Так что обратите внимание. Так, ну вот смотрите, перед вами сам дом, Рязань, адрес улица Княже Поле, дом 8. Дом кирпичный, с индивидуальным отоплением. Окна из этой квартиры выходят вот сюда, на детскую площадку. Вообще, этот дом, он не единичный, это один из многих домов жилого комплекса «Видный». То есть вот эти все дворовые территории, соответственно, жители гуляют с детишками. И здесь, и там, все это один большой жилой комплекс. И хотел вам просто показать еще, что рядом во дворе, в принципе, вот еще здесь рядом магазин «Пятерочка». Ну, я к тому, что рядом есть и магазины, и, пожалуйста, то есть рядом сейчас нам обещают построить детский сад. Ну, посмотрим, как это выполнится. А так вот в ту сторону один детский сад здесь уже есть. Ну и, соответственно, вот эта вот улица, вот и до, это улица Княже Поле. Вот так вот. Ну вот такой дом, Княже Поле, дом 8. Здесь именно продается вот эта вот квартира с ремонтом. Ну вот такая, на мой взгляд, неплохая квартира продается. Самое главное ее достоинство — это то, что вы купили, сразу получили ключи, заехали, начинаете здесь проживать. В принципе, доделывать здесь ничего не надо, ну, за исключением каких-либо моментов, которые необходимы лично там вам. А так, в принципе, по большому счету, квартира готова к проживанию. А это сейчас очень-очень, еще раз повторюсь, важно. Нужна будет консультация по квартире. Захотите прийти посмотреть, ее ключи у меня находятся. Звоните мне по телефону 8-910-973-33. Зовут меня Тилков Сергей Валерьевич. Также я на связи в Viber, WhatsApp, Telegram. Ну, то есть везде меня, в принципе, можно найти. В принципе, все, ролик заканчиваю. Всего вам доброго, до свидания.